Доброго утра! Начинаем наш день с кашки. Овсянку сварила. Один к двум. Все как всегда. На воде без ничего. Без соли, без сахара. Сейчас будем с медом кушать. Подарками, да? Ну, как сказать, мужик? Ну, с такими подарками. Так он ждал тебя. Так быстро одевайся. Пошли будить сына своего брата. У него сегодня день рождения. Побежали. Побежали? Ты подарки получать будешь? Ниник мой. На, это вот от зайчика. Зайчик тебе передал. С днем рождения. С днем рождения. От фазана. Летел и уронил. Тебе надо начать. Здоровый ты. А ты видел, у тебя молния в другую сторону развернулась уже? Да, уже в другой стороне. И она уже в сторону жопки спустилась. Сейчас будут футбольные пряники. Мы так хотели черепашек-ниндзя, но в итоге за победы России, ура, будут футбольные пряники. Да. Сейчас будем заливать прянички. Все заливаю белым, потом буду на них печатать. Вот. Так что, надеюсь, все успею до обеда приготовить. Еще и обед надо приготовить. Пряники готовы, но знаете, как это сапожник без сапог. Немного их... Ниже нужно, вернее, наоборот, чуть выше надо было класть их. Ну, в общем, как есть. По-моему, все равно неплохо. Месси, Леон. Обед, домашнюю колбаску еще нашла в морозилке, представляете? Сколько мы уже, я не знаю, когда мы. С февраля или с марта, да? Вот она лежит. Сейчас здесь макарошки будут, салат уже сделала. Я тут еще целый план действий. В WhatsApp нужно родителям напомнить о дне рождения, ну, тем, которым я обещала. Еще торт собран, но его нужно украсить. Пряники уже прямо перед подачей будем ставить. Пиццу нужно поехать заказать и купить тут все по списку. Сырный соус, колбаску, кетчуп, хлеб. В общем, тут еще выписала интересные книги. «Наука стать богатым». Ну, сейчас меня почему-то интересует вся эта тема. Богатство, энергии, денег. Ну, не прям богатство в плане миллионами ворочить. Ну, некого такого достатка, которого хочется. Ну, я думаю, что многим, да? Вот. И тут всякие фильм «Секрет» еще хочу посмотреть. Вот. Так, мы с Антоном будем кушать. Гришка сейчас там во что-то доиграет, да? Макарошки. А он что-то смотрит. Присаживаемся. Молодой человек. А есть сметанка? Есть. Вон, на том столе принеси. Прям с тарелкой, ладно? Как будто это именинный торт. Я сейчас на заправку приехала. Я сейчас переезжала. Ну, нам, чтобы на заправку приехать, нужно переехать в переезд. Я офигела. У меня второй раз такое, когда на переезде... Я еду, и уже сигналят эти сигнальные огни, что поезд будет ехать. Для меня это прям какая-то паника начинается. Я сразу быстро начинаю гнать. Короче, не знаю. Ну, еще ничего не горело, то есть я уже заехала на переезд, ничего еще не горело. Потом уже начались эти сигнальные огни. В общем, для меня это прям страх. Я приехала с магазина, накупила всего там сока, даже купила наггетсы. Уж простите меня, что я их купила замороженные, я их просто разогрею. Вот, и сейчас доделаю тортик, а пока хочу сказать, что у меня супер-пупер получились меренги. Вот там вот сохнут духовки, ну вообще реально за 2 часа при конвекции все готово, это вообще, по-моему, обалденно. Такой вот тортик. Мой! Твой тортик, да, получился, сверху травка, потом вставим все детальки перед самим этим... Как его называют? В общем, перед выходом. Все, бегу, бегу. Сейчас буду всех одевать. Сама одеваться и уже едем. Да, Фонька? Мам. Уже едем, сынок? Побежали скорее. Побежали. Папа дома? Папа! Я в шоке, короче. Как можно опаздывать на свой день рождения? Уже без 15:06 нужно выезжать, да? Потому что у нас к 6 чердак. Дашу везем. Красота! Да классные вообще. Ты рад? Как ты любишь тебя? С днем рождения!
Покажи рисунок, Дим. Класс. Что, Майнкрафт, что ли? Майнкрафт? Антон от Димы, круто. Я люблю такие подарки. Здравствуйте. А я думала, вы на танцевальный ходили, а вы еще и в художественную, да? Антон Сергеевич, здравствуйте. А, еще купишь себе чего-нибудь вкусного много. Иди сюда на 5 минут быстрее. Раз. Не портила фотографию? Ой, ты молодец. Это же стал. Давай, давай. Дашенька, да, ты туда чуть назад заходи. Кого? Вот эту? Здравствуйте. Родня с носками. Понимаешь, кто будет вам это? Поставщик носков. С носками. Какое-то. Нет, так делать не пойдет. Значит, Антон, смотри. Середину вот так. А вы делай большой круг, делай большой круг вокруг Антона. Вы что-нибудь умеете? Да? Значит, смотрите. Сейчас, Антон, вы стой на ножку. А мы все садимся на корточки. Значит, смотрите, как мы будем это сейчас сделать? Значит, ты нужно будет подпрыгнуть вверх и громко крикнуть «Бабах!» Прям громко, ладно? С нами будет. Давай, сюда, вставай. Сидите на горочке, вот так, умничка. Итак, вы готовы? Да! Значит, три, закрывай уши. На всякий случай. Раз, два, три. Бабах! Тише, давай, тише, вот раз, два, три. Бабах! И третий раз, два, два, три. Бабах! Ну да, стойте, как не просто прекратите. Отпускайте его, отпускайте. Все, все. Ты как там? Нормально? Не раздавили тебя? Раздавили тебя. Давай. Только громче надо раскрыть слово. Вот, вот так дело пойдет. Поехали. Можно на скулсе. Руку может быть. На полу будет удобно. Вот оно в школе. Вы учитесь в школе? Ой, здорово. Хорошо, кто еще в садике? Я. А как ворот идет? А, ну да, я так и понял. А кто уже на работе? Ты, наверное, на работу ходишь, да? Ты в институте уже. Забыла, что ли? Кто знает, поднимите руку. Что это такое? Даже я не знаю, короче. Не, ну понятно, что вы не сказали, что вы не сказали. Выхлоп. Какой выхлоп? Чего? Вообще человека? Нет, может, человечий выхлоп? Да. Скорее, вы проще сказать. И выдыхаем.
И вот сейчас вы выдохнули. Выдыхайте через рот. Да, кучу углекислого газа вы выдохнули. Скажите, пожалуйста, вот Антоша, как ты думаешь, можно ли его заморозить? Конечно. Как? Как? Я понял. В морозилке, да? То есть засунуть голову в морозилку, он надышает, там он замерзнет. Так? Только цвет, да? Он не прозрачный и воды в нем нет вообще. Он уже, видите, начинает замораживать. Он холодный уже становится, минус 70 градусов. Перестаньте языком в тарелке. Прилипли. Я случайно палец не прилипил. Это было случайно. Итак, друзья мои, сейчас можно его немножко потрогать. Это можно подойти потом. Поехали. Дуй. Наливаем туда кипяточку. Ну да, потому что кипяток, видите, дымится немножко. Температуру кипящей воды, кто знает? Температуру кипящей воды. Сколько? Умничка. Правильно, 5 тебе. Алина. 100 градусов, да, она кипит, то есть это очень горячая. Поэтому, друзья, сейчас я добавлю туда лед и пойду к вам. Ну, то, что получится, можно потрогать руками. Все готовы? Да. Никто не встает, чтобы я не потерял никого. Всем, да, попробуем. По несколько раз даже. Он очень вкусный. Только, друзья мои, чтобы его распробовать, ему нужно жевать, как жвачку. Все жвачку жевали. Ну вот, да. Уже жую там что-то. Куда? Я вот с этой стороны встану. Сейчас сначала ее добавлю. Тише. Как что? Антон? Пробуй, надуйся в куполу. Уже покраснел, как помидор. Получается? Не получается. Сейчас мы с помощью льда попробуем надуть это шарик. Попробуй вот так, вот закрой ладошку. И нужно будет крепко ее держать, чтобы... Итак, друзья мои, вы слышали, как он сейчас попахнул? Не закрывал? Это было громко. Это было круто, да? Да, давай, Петюню.
мы только что провели в Тайсе. На свечи в тортике горят, под праздничный мусор. Все игрушки, юзычатов, барабаны, солдатики, трубят. Это самый-самый лучший день, самый яркий. Сказочная идея, а живем на бит. Все на своих местах. Друзья, поздравления, с днем рождения тебя. Поздравления. Это самый-самый-самый лучший день, без сомнения. Дети, ждели! Что ты загадала? Айфон X? Вот такой вот торт для Антохи. Цифра 7. Все, сейчас уже скоро будем его поздравлять. Тихо. Загадывай. Так, тишину, пожалуйста. Загадывай свое самое заветное желание. Только про себя. Закрой глаза. Представь его. Как только загадаешь, открывай глаза и сдувай свечки. Дуй, 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 еще, еще, дуй, еще. Ура! А теперь, Антош, чтобы свое желание исполнилось, самое главное, нужно откусить как можно больше. Маленький кусай. Маленький кусай. Кусай. Без рук. Кусай. Раз, два, три. И они на чердак опять полетели. Да пусть висят. Ура! Ура! Моё день рождения полетело! Да, гля, как быстро ветер подул, да? С днём рождения, сынок! Я тебя люблю. Две ручки. Они уже делись. Да. Далеко полетели. Ну что, домой? Да! Как тебе день рождения, сына? Классно! Теперь надо все распаковывать. Сколько мы пиц, получается, брали? 6 и 3, да? 9 и вот 3.
6 и 4 осталось, потому что еще одну родня забрала. 6 и 3 это было 9, и 4 осталось. Короче, надо было 5 пиц, да? Мама, я и тортик. Тортик? Вот тортик. Ты будешь его кушать? Торт вообще обалденный получился, очень вкусный.